Известная телеведущая Ксения Собчак устроила скандал на борту пассажирского самолета. Все происходит в аэропорту Внуково. Светская львица жалуется на задержку рейса, хотя экипаж действует строго по инструкции. Зачем вы пошли сразу? На хозяин шлагбаума. Вы уважаемая. Вы уважаемая, мы там еще никто. Требую, чтобы мне дали возможность выйти из этого самолета. Я с вами лететь больше никуда не хочу. И разбираться буду на другом уровне. Как выяснилось, бортпроводница отказалась пускать в салон пассажира без билета. Пока шло разбирательство, Собчак, по всей видимости, просто надоело ждать, и она обрушила весь свой гнев на стюардессу, а затем и вовсе начала стучаться в кабину пилота. Позже на странице телеведущей в одной из социальных сетей появилась запись. Собчак объяснила свой поступок попыткой восстановить справедливость. Якобы не обязательно было снимать с рейса пассажира, который немного нахамил стюардессе. А вот добилась ли Ксения своего и вышла ли из лайнера, осталось загадкой.